В Севастополе открылось новое административное здание прокуратуры города. Оно расположено по адресу улица Советская, 37, рядом с основным корпусом ведомства. Ленточку на входе в здание торжественно перерезали заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть, прокурор Севастополя Марк Большедворский и губернатор Михаил Развожаев. Строительство корпуса было начато в ноябре 2019 года и выполнено на средства федерального бюджета. Также в здании прокуратуры открылся музей, где можно ближе познакомиться с историей надзорного ведомства города благодаря экспонатам разных этапов его существования. В музее разместили уголовные дела и другие документы, десятилетиями хранившиеся на архивных полках. Подлинные сборники законодательства первой половины 20 века, обмундирование прокурорских работников разных периодов и другое. На основании документов и воспоминаний ветеранов оборудовано рабочее место следователя прокуратуры 1940-60-х годов с использованием печатной машинки, телефона, мебели и других предметов интерьера того времени. Новую выставку планируют использовать в работе по правовому просвещению и патриотическому воспитанию детей.